Должен быть пожар, сейчас должен возникнуть пожар, мы должны добыть пожарчик. И да, ребят, загорелось, потушим мы его или нет, а? Оу, попал все-таки. Ё-моё, слушай, меня разнесло. Пушечка моя еще продолжает при этом стрелять. Будут биться! И моя разлетелась! Ну надо же, я-то думала, моя хоть выстоит. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес и Game Over Юля. Всем привет! И мы сегодня будем смотреть новые пожарочки, у нас появились в Стиме, мы сегодня их скачали и, соответственно, надо их тестировать. Мы еще не были ни разу пожарными, да? Да, ни разу. А, и мы сегодня, кстати, переоделись, видишь, пожарную форму у нас сегодня прям вообще, смотри, новенькая какая, я нагладился. Ригза. Нагладился. О, я вижу, у тебя там значок какой-то. Ну это, да, этот, пожарная служба, пожарники. Ребята, у нас еще есть сегодня, будет еще лимузин и много... А, кстати, еще одна у нас есть пожарочка, между прочим, у нас две пожарки даже будет сегодня, и мы выберем лучшую из них, ну и, соответственно, сегодня будем взрывать и тушить, попробуем, посмотрим, действительно, они будут тушить или нет наши пожарки. Ребят, если вам нравится Брик Рикс, то прямо сейчас ставьте лайки, поддерживайте, собственно, комментариями. Ну, а мы сегодня будем сначала, наверное, начнем с лимузина, да, давай затестим лимузинчик. На поворотах. Ты как там устроилась, нормально? Я отлично, прекрасно. Так, я хочу вид от первого лица, вот Юля у нас справа сидит, посмотрите, какой лимузин, Хаммер, обалденный, крутой лимузинище. Беленький. Слушай, а там внутри-то вообще красота. Надо было мне внутрь садиться, я смотрю, там вон столик есть, какие-то коктейльчики. О, какой он скоростной-то, а, слушай, прям вообще... Так, я предлагаю сейчас, может быть, немножко вот как-то отъехать чуть-чуть, а? Я хочу пересесть. О, все, я внутри сижу. Немножко зацепило. Слушай. Куда ты? Более дуванчиков нарвать? Не-не-не, мы сейчас его поставим на дорогу. И соответственно... А я там пока коктейли ем. Я хочу посмотреть, что там внутри. Ну-ка, давай посмотрим. Ты где? Что тебе налить? Ты рядом сел? Да, я рядом сижу. Да прикольно, так, смотрите, там зеленый какой-то напиток, здесь все что-то у нас. Двойной мохито. Мохито. А вот так, это, что там, лимонный сок или что это? Апельсиновый сок? Наверное, ананасовый, еще, да? Между прочим. О, я могу пересесть, посмотрите, вдалеке, видишь, я сижу? Вообще круто, ребята, вообще это обалденное лимузинище. На самом так, деле. Там, похоже, поезд, да, скоро? Че, пора уже выпивать все и выпрыгивать? Да. Так, я, наверное, буду из окна смотреть, как, смотрите, вот здесь окошечко, ты можешь здесь присесть, посмотреть вместе, как тут разнесет наш лимузинище, я, автобус. Я не знаю, загорится он или нет, если он загорится, то мы сразу же летим за пожаркой. Вон он, поезд, все, летит! Оу! Черт. Бам! О, да неплохо мы еще. Что произошло? Смотри-ка, смотри. Ничего. Нифига себе его разворотило. Ничего слушай, такого. Вообще жесть. Вот он огромный Хаммер, который просто, знаешь, такие свадебные есть камеры огромнейшие. Их заказывают на свадьбу обычно, наверное, да? Ну и, собственно, сейчас посмотрим, что сейчас будет. Бам! Слушай, пополам его разворотило. Я еще жив, смотри-ка. А я жив, не повезло, нереально. Как так? Меня откинуло от тебя. Так, ребята, нам удалось затащить Хаммер на крышу. Почему-то он не взрывается, он разбивается, но не загорается. И мы с Юлей летим вниз. Колесо, посмотрите, колеса все отлетели. По-моему, я слегка упала. Ты посмотри, с баром выпала прямо из Хаммера. Ты видишь, что происходит. Так, дайте мне, пожалуйста, еще коктейль. Вообще, конечно, да, эпик. Ребята, мы не можем его поджечь. Слушай, Юля, посмотри, что я нашел. Так, у нас есть тачка, вот, например. Вот. Что-то подобное, да? Мы сейчас ее просто, посмотри, мы сейчас ее раздавим. Она, наверное, взорвется и загорится у нас здание, я так думаю. Коварный план. Так, давай попробуем. Родригес зло. Да, давай попробуем. Мы сейчас так. Эй, куда мы поехали? О, поехала вниз. Поехала. Все, едет, нормально. О, сейчас она рванет. Нам нужно отбежать. Нам нужно реально отбежать. Немножко подальше пожарники, да? Пожарники в Брик Рикс. Что они делают, собственно? Они сначала... Они устраиваются на работу пожарными.
Есть, загорелось. Есть пожар маленький. Есть, есть, быстрее, есть, быстрее, есть, есть. Давай, 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 бегом, бегом. И, собственно, у нас работы, веришь, мало, поэтому мы сами организуем пожар. Поехали. Давай, 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 бегом, 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 бегом. Пожарчик у нас уже вовсю пылает. Вовсю пылает. Так, подъехали, аккуратненько, медленно выходим. Так, теперь нам нужно как-то вытащить. Ой, какие сложные. Во, вода пошла. Вода пошла. О, так, вода теперь. Пышет. Слушай, ну она только наверху почему-то, подожди. Поставили молебу. Заработала. О, ты рулишь? Да. Вытягиваем все это дело, вот так вот опускаем, опускаем, опускаем. Так. И что у нас получится? Получится ли потушить пожарчик? Конечно, получится, мы же прирожденные. Слушай, ну-ка. Ну-ка чё? Посмотрим, вода льется или нет. Льется вода, ребят, прямо на пожар. Прямо на огонь, так скажем, льется. Но ничего пока не происходит. Нужно, наверное, мне кажется, подъехать. Может быть, чуть ниже, может быть. Слушай, по-моему, она тушит, нет? Неужели да. Тушит? Тушит? А тушит, смотри. Правда. Вау. Тушит? Серьезно? Ну-ка. Правда, она сама оплавилась, сама загорелась. Черт возьми. Да, пожарные, конечно. Нет, отсюда лучше. Суровые, видно. Суровые. О, ты уже там уселась. Ух ты, классно. Да? Молодец, а? Так. Не, пожарочка вообще мештяк. Крутая штучка вообще. Прям обалденно. Правда, немножко подзагорелась она. Но. Она старалась все равно. Да, она старалась. Так, вот последние, последние. Капли, да, выливаем. Так, ну, собственно, по-моему, мы потушили. По-моему, потушили. Но часть пожара, конечно, сама потухла. Дуй, дуй. Раздуваем, да. О, все. Все, отлично, отлично. Реально все. Ну, как у тебя ощущения? Ты спас только что многоэтажный дом от ну, пожара. Ну, мы с тобой герои сегодня, да? Героические. О. У нас сегодня действительно что-то полезное начали делать Брик Рикс. Не только разбивать, но... Зажгли, потом потушили. Очень полезно. Слушай, она заглохла у меня. О, нет, что происходит с пожаркой? Она заглохла, а, нет. Конечно же, она прям на трассе поезда. Прям на железнодорожных путях, надо же. Как же так, как нам так не повезло бедным пожарным, а? Пока. И как назло, поезд едет, о, нет. О, что сейчас будет? Наша выпрыгает. Прекрасная пожарочка. О, разлетается пожарка. Слушай, я как думал, далеко? Она у нас... Да, я думал, она залетит прямо на вагон еще. Нет. Я умер все сразу же, моментально. Моментально отключился и кирдык. Так, ну что ж, у нас новая пожарная машина. Посмотри, Юля, какую я нашел. Себастьян называется. Себастьян. Себастьян. Это может быть, из какого-то фильма, может быть, а? Европейская. Да, вообще, не, конечно, смотри, какая тема. То есть, внизу здесь сирены. Тут тоже стоят у нас, вон у той пожарочки. А, тоже сирены. Сейчас, наверное, другую сейчас возьму. Попробую сейчас. Так, вместе их поставим. Ребят, посмотрите, какая у нас пожарочка новая получается. Ну, вот этот, который мы уже немножко сегодня протестировали, так скажем, да. Она довольно прикольная. То есть она такая стандартная, а вот Себастьян, она какая-то необычная. Какая-то необычная. И мне кажется, нужно посмотреть еще. О! Сигналки! Смотри. Смотри, ты с фарами, смотри, а, какие. Так. Красотень. Вообще, я сейчас немножко потемнее сделаю. Мы сейчас включим вау. Ночь, вот так вот, вау. Класс. Вот, смотри, это вообще классно. Посмотри, как... О! Классно. Это отлично. Офигеть. Слушайте, ребята, еще... оцените, какая пожарочка ночью выглядит более эпично. Конечно, первая моя. Или вторая? Вторая. У меня синее стекло. Ну-ка, мы должны, конечно же, устроить краш-тесты обязательно, проверить их на скорость, на красоту. Разогнался куда, а? Да. Так. Вообще, слушай, неплохо летит. И самое главное, конечно же, на пожаротушение. Какая у нас пожарочка будет лучше. О, у меня что-то колеса отлетели. Ха-ха-ха. А я еще и лечу. Ты летишь уже, да? Да. Ну-ка, я специально перевернулся. Это было специально, да. Конечно. Так, ну-ка давай-ка мы... Ночью вообще, конечно, эпично. Давай-ка я Себастьяна сейчас возьму, а ты на этой покатайся. Посмотри, как давай. Она. Так, а мы на Себастьянечке сейчас поедем. Так, я его отремонтировал. Ребят, посмотрите, какой он крутой. Вау.
Он просто обалденный. У него сирена какая-то еще, видишь, горит. Слушай, внутри ты можешь, кстати, садись, прокачу тебя на Себастьянчике. Тут вообще, конечно, тема хорошая. Себастьяне? Да. Давай. Тут у нас, видишь, какая прям кабина более просторная, но мне кажется, он более эффектно выглядит. Как ты думаешь, Юля? Себастьян. Он как... Конечно. Он какой-то как межгородской, знаешь. Автобус какой-то, знаешь, как будто автобус. Который гоняет по аэропорту. Или... Вот знаешь, что-то похоже, в аэропорту подобные такие. Да. Так, пожарники, ну дальнобойщики. В принципе, я не думаю, что он очень-очень скоростной, что он не особо разгоняется, да? Да, не особо разгоняется. Медленный довольно. Медленная пожарочка. Для пожарки важно быстро доехать до пожара. Ну и, ну, тут, собственно, видимо, доехать эпично. Да. Охота узнать... С музыкой, с световыми. Да, охота узнать, что у него внутри. И как он вообще работает. Мы же свернем, наверное, денек сейчас, день поставим. Так, и поглядим, как же он у нас должен пожар-то тушить. Я вижу, у него что-то наверху какая-то помпа. Да. Водяная должна быть. В разные стороны, наверное. Я не знаю, как она вообще работает. Давайте, ребята, остановимся и посмотрим, что она из себя представляет. Так, выходим. И попробуем ее запустить. Как она у нас работает? Activate! О, посмотри. Так как началось. Как она тушит-то? Слушай, как она будет тушить? Она по методу кита, типа, да? Как кит, знаешь, у него... Этот... Подожди, нет, он должен как-то регулироваться. Да, должно быть как-то регулироваться. Должно... Ну-ка, внутрь заглянем, что тут внутри. О, внутри у нас огромный тут внутри площадь. Это, видимо, должно заливаться все водичкой. А тут у нас движок какой-то, да, я так думаю? Движочек. Тут так, вот ступенька есть. Activate, я как-то нажимал Activate, в общем-то, он должен срабатывать, по идее, когда Activate нажимаешь. Ты сейчас ничего не нажимаешь? Нет. Ну-ка, интересно, странно. Она у нас как-то просто поворачивает, что-то двигаешь, видишь? Она крутится по кругу, вот она просто крутится. А, так это надо доезжать такой... как-то под пожар. Это, наверное, да, это особая пожарная машина, которая, видимо, создана для того, чтобы, когда пожар сверху, то она может снизу подтушивать. Подтушка. Ну что ж, давай посмотрим, на что они способны в краш-тесте. Погнали. Четвертая скорость, это максимальная, похоже. Две лютые пожарки сейчас будут биться. И моя разлетелась. Ну надо же. Я-то думала, моя хоть выстоит. Посмотри, у меня вообще накрыло, у меня просто кабина вся разлетелась, но я при этом жив остался, друзья. А я тоже жива еще, смотри. Юля еще встала на колеса, ты где? А ты где? Подожди, ты куда-то отлетела, я тебя не вижу. Я вообще вон под креслом прикрылась. А ты в машине, да, где-то? Нет, я лежу на асфальте, вон кресло. Ага, я чуть тебя не вижу вообще, конечно. Умер. Я умер, да? Да. Годи. А, видимо, меня придавило все-таки, придавило, да, вот этой вот штучкой. Наверное, сверху придавило, да, как раз нашей лестницей. Но это было эпично. Да, друзья, едем, вид от первого лица я сделал. Вот это будет интересно сейчас. Воу! Мы как-то в одну сторону смотрели одновременно. Завернули. Ничего себе, посмотрите, как накренило-то, а? Это прям на попа встала. Я еще жива. Вид от первого лица вообще ничего не понятно. Просто мне снесло кабину полностью. И мы сейчас посмотрим, кто же у нас крепче. Мне кажется, Себастьян, по-моему, более жесткий, да? Он как бы не менее быстрый. В общем-то, у тебя получается American трек. Короче, американская пожарная машина. Себастьян, я, кстати, не знаю. Чья она? То есть получается, подожди, больше 80 километров она уже практически не разгоняется. Я вижу, что-то Юля у нас куда-то отлетела, что ли? О, куда ты? Воу! А, нет! Вот кстати. Она я. Вау! Опа! По-моему, я еще цела. Вот это да! Слушай, у меня залагало, мне показалось, что ты куда-то вообще улетела. Я на Себастьяне, посмотри, как перевернулся на крышу. А у тебя нормально? Ты вообще как будто, вообще, даже, не знаю, просто у тебя колеса передний, мост улетел куда-то и все. А так даже лобовое стекло целое. Что происходит вообще?
Я только говорил, что Себастин у нас самая более крепкая машина. Надо еще протестировать, чтобы понять. Мы спускаемся с горочки. Мы летим с горочки. Себастин, давай, не подведи. У меня одно колесо, правда, что-то отлетело. Не знаю почему. Ну ладно, я думаю, мы разгонимся все равно. Мы должны разогнаться максимально. Все, он... У тебя, наверное, все-таки она более скоростная, но Себастин более массивный. Вау! Смотри, вау! Что я опять... Грость различных деталей. Смотри, я сразу погиб. А у тебя жива. У меня просто лобовое отлетело, а я сижу нормально. Нормально, кстати, да. У меня все, у меня вообще мясо, и от Себастина практически ничего не остается. Крепче. Ну что, ребята, мы на новой карте. Мы сейчас посмотрим, на что способны наши пожарки, насколько они крепки и суровы. В мясорубочку их, да, Юля? Да, давай с маленькой начнем. Давай с маленькой начнем. Маленькая мясорубочка. И смогут ли они вообще заехать туда? Хватит ли у них мощности? Я попер, смотри. Давай. Доезжай. Я заеду нормально. Давай вместе. Воу, они могут сюда даже не влезть. Ты посмотри, что происходит. Пожарки едва влазят. Вау, они загорелись. Слушай, а у нас мясорубка, наверное, сейчас захлебнется от количества деталей. Вот это да. Мы свалились. Даже не все детали могут, смотри, пробраться вниз. Но тут внизу теперь просто... Теперь как раз надо пожаркой тушить. Теперь как раз тушить. Слушай, и надо, да? Да, давай я прыгну, а ты будешь тушить. Так, ребята, ну в общем, я подготовил пожарочку. Она готова сейчас к тушению. Юля сейчас направляется к мясорубочке. Она уже готова, она уже летит, да? На мясорубку, на левую, на маленькую мясорубочку только. Я включаю воду, и сейчас она, получается, будет рассыпаться и... Посмотрим. Смотрите, должен быть пожар. Сейчас должен возникнуть пожар. Мы должны добыть пожарчик. И да, ребят, загорелось. Тушим. Потушим мы его или нет, а? Потушим, способна ли пожарочка тушить пожарчик, а? Так. Просто. Ты вывалилась, мы тебя сейчас... Нормально все. О, у меня начинает загораться. А, нет. О, нет. Я же должен переодеться в пожарника. Меня вот тушит. Что скорее, я делаю. Скорее. Мы тушим. Я горю. Мой стул горит. Давай быстрее. Ты смотри, ну в принципе, мне кажется, я даже не знаю, друзья, способна ли, здесь вообще водичка-то, она вообще работает или нет на самом деле, но иногда она тушит, иногда нет. В данный момент мы сейчас тестируем, вода льется, видите, вода сюда льется, прямо на огонь. Юля, ты видишь что-нибудь, какие-то изменения, нет? Я вижу, что у меня стул горит. Не, стул как раз у меня не горит почему-то. У меня не горит, но, видимо, все нормально. Или у тебя горит? У меня уже обгорела лестница, посмотри, она уже оплавилась. Ну что, друзья, в принципе, не тушится. К сожалению, стоим уже несколько минут здесь. Как был пожар, так и есть, по идее. Поэтому, ребят, вообще никак. В общем-то, пожарочка чисто внешняя. Внешне она красива, внешне вода... Посмотрите, оплавилась полностью лестница, видите, прям прогорела. Вообще просто все под ноль. Просто это внешне, она, в принципе, красивенько, но неэффективно. Все, давай, вторая мясорубка наша. Мы должны ее взять, наши пожарочки. Должны. Давай вместе, давай. Захлебнуть эти мясорубки, да? Давай. О-хо-хо! Вот это, слушай, чуть не перелетел я. Я тоже. Хорошо, что подняты борта. Вау, ты меня посмотри. Меня вообще откинуло. Откидывает. Мясорубка пытается нас сожрать, но... Я смотри, выпала просто живенькая. Вообще, ты выжила? Да, я еще живая. Не, я тут сейчас сразу, конечно, погиб. Ну и самая гигантская. Самая большая, изверская, лютая мясорубочка. Я прям четко по курсу прямо. Давай. Надо разогнаться хорошо. Здесь главное вот здесь вот, да. Давай, я тебя жду. Тащи. Я даже немножко, мне придется немножко тебя подождать. Давай, оу. Я падаю. Ого. Слушай, эта мясорубка вообще меня не заметила. Она создана для того, чтобы кушать пожарочки. Смотри, как Себастьян это разметал от тебя.
Ой, ой, я еще там сижу. А меня что-то махом проглотило и все. А, и все. Вообще махом. Меня теперь тоже. Ну, видимо, она создана для больших машин. У нас есть поезд великолепный. Посмотри, голубой вагончик, как в песне. Голубой вагон бежит, качается. Вот так вот. Ну-ка, давай посмотрим, что он изнутри себя представляет. А у нас здесь есть пассажирские места? Нету пассажирских мест здесь вообще нисколько. У нас здесь просто огромный движок вот этот стоит. И одно водительское место. Все. Больше ничего. Элементарно. Все просто. И мы сейчас попробуем сбить этим поездом. Впереди мы поставили одну из пожарочек и посмотрим, насколько она хороша. Сможет ли устоять против поезда с маленьким, кстати, вагончиком небольшим. Так, разгоняемся, красавица. Ну давай, давай, давай. Сколько уже? Больше 70? 70 километров в час. Бам! О, ничего. Слушай, где взрыв? Сразу же. Где костер? Пожар? Вообще, конечно, да, никакого пожара, ничего нету, да. Собственно, пожарочка наша достойно приняла удар. Вообще, как бы, поезд ее чуть-чуть сдвинул с рельсов, но, тем не менее, она устояла. Но поезд, кстати, водила у нас сразу же прибрался, потому что вот такой был сильный удар. Ну-ка, слушай, мы поставили Себастьяна, Себастьянечка нашего, прямо в лоб сейчас будет, а? Что сейчас будет? Поезд против пожарки. Себастьян против... выдержит. Выдержит ли Себастьян этот, а? Или нет, а? Конечно. Так, едем, 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 едем. Ну, практически 75 километров в час. Бам! О, черт! Оу! Ой, я осталась жива. Смотри, у меня машинист вылетел, но, походу, его сейчас придавят поездом, естественно. Слушай, ты жива, да? Да. У тебя разнесло-то, смотри, как, а? Тоже Личненько. Неплохо. Вообще, конечно, эпик. Ребята, поезд — это, конечно, тема. Ребята, если вам нравятся такие эксперименты с поездом, обязательно ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. О-хо-хо! Вау, я, походу, в миксер упаду! Воу! Точно, я упал в миксер! Ой-ой-ой-ой, как меня разметелило, да! И у меня колесо отломалось! Воу, я тебя подтолкну немножко! О, ничего себе! Смотри, подлетело! У меня пожарка застряла! Она газует, но никак! Как? Я слышу твое газование. Ты видишь, что происходит? Интересно, лопнут ли у меня колеса или нет? Нет, я не вижу. Жесть, жесть. Я лежу под остатками. Вперед. В мясорубку прям. Воу. В машинорубку. Пожаромашинорубка. На трамплинчике надо проверить, насколько они хорошо летают, наши пожарочки. Они же должны быть... Очень-очень быстрыми. О, нет, я упаду из-за бочки. О, боже! Господи! А я даже не заехала. Могу я заехать? Вот это рвануло. Слушай, ну у тебя она слишком уж прямая, да, такая, как рельса. Так, ну сейчас Юля покажет мастер-класс, как нужно взрывать. Давай. Воу! Слушай, меня вообще практически не задело. Слушай, взрывной волной, я думал, меня накроет, но нет. Сейчас есть возможность сегодня пострелять по пожарочкам. Это прямо замечательно. Это замечательно, великолепно. И я думаю, надо это все пробовать. Воу! Слушай, попал. Ты сразу, что ли, водителя? Слушай, водителя попал, да, сразу же в тебя? Конечно, случайно. Насмерть. Ёлки-палки, вот это да, вот это да. Слушай, ну, по-моему... Так, ну-ка, подъезжай ко мне поближе. Я постараюсь тебя сразу не стрелять. Сейчас я в тебя прям, будешь знать. Оу, попал все-таки. Ё-моё! Слушай, меня разнесло. Пушечка моя еще продолжает при этом стрелять. Слушайте, ну Себастьян, очень крепкая пожарка, она реально очень крепкая, она правда, слушай, не знаю, не особо ее называть пожарочкой, как бы язык поворачивается, но тем не менее, да, она довольно крепкая, посмотрите, как она трясется, дрожит, наверное, от страха. Вторая пожарочка, вторая у нас, оу, попал в крышу, добиваем ее, вау, перевернула, слушай. Я на бок говорила. Нифига себе, как... Вот она, слушай, загорелась! Мы радуемся всегда, пожарники, они радуются, когда пожар происходит. Когда что-то загорается, да? Когда что-то загорается, да. Твоя машина. Воу, вот этот...
Слушайте, ну неплохо, неплохо. Смотри, мы как перевернули, получается, с первого раза и, получается, в днище добили. То есть она не такая прочная, как Себастьян. Да, она не такая, кстати, прочная. Ох, попали мимо немножко. Вау! Слушай, прям приехала к нам опять же. Посмотрели мы сегодня American, получается, вот американская у нас пожарная машина. И Себастьян, я не знаю, какой стране ее отнести, друзья. Напишите нам побольше информации по данным пожарочкам. Обязательно с Юлей мы почитаем. Собственно, Юля, какая тебе больше всего понравилась пожарная машина и почему? Себастьян. Почему? Потому что он такой яркий. Прочный, ну, единственный минус, не очень быстрый. Мы сегодня посмотрели, развеяли мифы. Вроде бы как пожарки здесь, пока в Брикрикс еще не научились тушить, но, по крайней мере, уже появилась вода, она уже выливается, она уже, как бы, получается, можно сымитировать, да, в общем-то, пожаротушение, но пока мы еще с Юлей проверяем, что вроде бы как вода еще не тушит огонь, но мы будем ждать, когда это случится. Будем с вами прощаться, с вами был Родригес, Game Over, Юля. Подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Ставьте лайки, если вам нравится Брикрикс, будем для вас делать интересные новые обзоры модов. Всем хорошего настроения, успехов, удачи. Приходите на наши стримы. Всем счастливо и пока-пока. Пока-пока.